Кемеровская область продолжает совершенствовать систему здравоохранения. Клиники региона получают лечебное и учебное оборудование последнего поколения. Сегодня в областном перинатальном центре открылся обновленный симуляционный центр. Здесь обучаются будущие акушеры, гинекологи, неонатологи и врачи реанимации. Это первая в Кузбассе мощнейшая база для обучения специалистов, которые принимают роды и выхаживают младенцев и взрослых. Оборудование центра максимально приближено к реальности. Здесь могут повышать квалификацию действующие медики, а также обучаться студенты. Студенты, интерны и ординаторы. В данном симуляционном центре у обучающегося есть право сделать ошибку. То есть он может ее посмотреть в записи, исправить ее, да, повторить данную манипуляцию несколько десятков раз, чего нельзя сделать, конечно, в практической работе. Это мировой уровень.